Почему йога? Почему у нас? В течение нескольких минут вы найдете ответы на эти вопросы. Добрый день, меня зовут Александр Фурашов, и я являюсь директором центра Yoga.ru. История этого центра началась в 1996 году. Моя личная история началась гораздо раньше, в 1989 году. Йогой я стал заниматься в 40 лет. Тогда мое состояние было очень плохое, и, может быть, я прожил бы еще максимум 3-5 лет. Но именно занятие йогой сделало меня здоровым и подвигло на поприще развития йоги. Если вы хотите заработать много денег, то можно пойти на биржу и купить биткоин. Говорят, это прибыльно, но можно остаться и без средств существования. Если вы хотите заработать на здоровом образе жизни, то попробуйте открыть фитнес-клуб. Для этого нам понадобится в Москве минимум 300 тысяч долларов США. А если вы, ведя здоровый образ жизни, хотите еще зарабатывать на этом с минимальными инвестициями, тогда досмотрите этот ролик до конца. Вам будет очень интересно. Если вы выберете нашу франшизу, то вы получите гораздо больше, чем даже написано в наших соглашениях. Мы избыточествуем опытом 20 лет, чтобы отдавать вам столько, чтобы вы смогли развить свой бизнес максимально эффективно. 20 лет жизни на российском рынке показали, что наши центры активно развивались именно в кризисы. В нашем бизнесе опасность сведена к минимуму, а возможностей дается масса, так как много направлений есть внутри нашей системы. Мы учим извлекать пользу из здорового образа жизни. Поэтому наше полное название – адаптивно-рациональная система ARS, которая включает в себе множество практик со всех концов мира. Почему именно такое название – Центр йоги 96? Во-первых, это год нашего основания. Во-вторых, это год, на котором ушел из жизни известный учитель БКС Айенгар, оставивший миру замечательное наследие и бессмертную фразу «Там, где остановлюсь я, продолжите вы». Продолжайте вместе с нами, становитесь первым в своем городе. У нас собственный учебный центр, имеющий лицензию Департамента образования города Москвы. С точки зрения ведения бизнеса такая лицензия не обязательна. Но согласитесь, это безусловно знак качества подготовки наших специалистов. В случае покупки нашей франшизы вашим специалистам, на которых вы хотите строить бизнес, придется пройти переаттестацию в нашем центре. Отчасти это входит в стоимость паушального взноса. Основной залог успеха – хороший, мастерский, преподавательский состав нашего центра. За 20 лет мы вырастили их более 1000 человек. А эти преподаватели ведут более 10 тысяч клиентов, которые, если вы хотите открыться в Москве, начнут ходить и в ваш центр. Мы обеспечиваем всестороннюю поддержку на наших сайтах. И не только на наших сайтах, мы будем личным присутствием, личным участием помогать вам развивать ваш бизнес. Даже если у вас совсем нет преподавателей, но есть желание развивать бизнес вместе с нами, у нас есть замечательная опция для вас – «Звездный десант», когда лучшие преподаватели нашей сети могут помочь вам на первых этапах раскрутки вашего центра или студии. Всем привет! Меня зовут Светлана Сорокина. Мне 33, и у меня уже есть свой собственный центр йоги в Долгопрудном – «Йога Света». Мы открылись в самое дно кризиса в начале 2016 года. К концу 2016 года мы уже полностью окупились. 2017 стал временем рассвета и новых возможностей. Я счастлива, что моя работа – это мое прекрасное хобби, и я хочу профессионально поделиться этим со всем миром. Друзья, предлагаем вам вместе с нами заниматься развитием здорового образа жизни по слову учителя Айенгара. Йога – это путь к здоровью. Найди этот путь вместе с нами. И помните, успех должен быть быстрым.